Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 4 сентября – это самый магический день, когда перед вами открываются все двери. В сегодняшнем видео вы все узнаете. 4 сентября – это 27-й лунный день, и это то время, когда перед человеком открываются новые знания и мудрость. И это в своем роде мистический день, потому как каждый ощутит на себе его необычное влияние. В этот период большинство людей прекрасно сочетаются разум и интуиция. Появится возможность наконец разобраться в себе и обрести душевную гармонию. Говоря о приобретении тайных знаний, речь идет не о теоретических знаниях, а скорее о практике и мудрости. Особенно полезно в этот день послушать советы старших людей, задуматься над их словами и сделать определенные выводы. Также сегодня все обретут возможность по-иному взглянуть на нерешенную проблему. Появятся новые варианты развития ситуации и придут новые решения. Ваша интуиция сегодня ваш главный союзник, поэтому обязательно прислушивайтесь к ее голосу при возникновении каких-либо вопросов. Также рекомендуется несколько подняться над бытовыми житейскими хлопотами и поразмыслить шире. Суета в делах не даст вам шанса увидеть истинные намерения окружающих вас людей, поэтому избавьтесь от нее и будьте спокойны, и тогда необходимая информация будет у вас в руках. Поскольку 27-й лунный день посвящен Богу всех Марии Нептуну, то постарайтесь не воспринимать любые погодные условия в штыки. Проливной дождь сегодня на счастье. Идеальным занятием станет принятие душа, и особенно это действие нужно проводить с визуализацией благополучия и защиты. Зарядитесь энергией этой стихии и будьте уверены, что счастье не за горами. Вообще, 27-й лунный день – это цикл благоприятен для начала любых действий своей жизни. Любые необычные идеи можете смело реализовывать сегодня. Луна будет покровительствовать вам в этом. А чтобы сутки прошли удачно, рекомендуется быть в хорошем расположении духа, при поднятом настроении и обязательно благодарны Вселенной за такую чудесную жизнь. А вот что сегодня делать не стоит, так это злиться и переживать по пустякам. Это лишь отнимет вашу энергию, которая понадобится вам для иных целей. Также не рекомендуется смотреть на себя в зеркало. Если есть возможность, проживите день без своего отражения. Помимо общения со старшим поколением, это благоприятное время для примирения после конфликтов. Сделайте шаг навстречу тому, с кем вы в ссоре, и наладите отношения с ними. Так вы снимете камень со своей души и вздохнете спокойно. Сновидения этого дня пророческие сбываются быстро и могут предупреждать нас о вероятных неприятных ситуациях в будущем. В этот день очень хорошо сделать практику на то, чтобы у вас были всегда силы и укрепилось ваше здоровье. Делается это легко. Вам нужно просто в этот день принять душ. И вот когда вы будете принимать душ, либо просто умываться, то в этот период скажите такие слова: «Вода все смывает, силу мне дарит». Один раз сказали, этого достаточно. Вот увидите, что стихия воды обязательно вам в этот день поможет. И также сегодня можно сделать легкую совершенно практику для того, чтобы исполнить свою мечту. А делается это тоже очень легко. И это день очень сильных энергий. И поэтому любое ваше слово и любые ваши действия будут только вам способствовать и помогать. А вам всего лишь навсего нужно в течение дня, когда вы будете одеваться на улицу, выходить на работу, магазин, неважно. И вот когда вы будете одевать одежду, в этот момент просто скажите такие слова: «Свою одежду одеваю, мечту свою повстречаю». Три раза сказали и пошли по своим делам. И вот увидите, что в этот день энергии Луны обязательно вам помогут в ваших личных вопросах.